В общественную приемную председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» люди обращаются с разными неразрешенными наболевшими вопросами. При подаче заявления на постановку на учет в ДОУ за подтверждением приходится обращаться к специалистам управления образования. И хотелось бы, чтобы эту функцию передали в многофункциональный центр. Я купила квартиру на Белокаменном шоссе в дом 11. Вот уже 2 года прошло, а вселились мы в мае месяце. С октября у нас холодно, батареи не работают. Обращалась в управляющей компании. Приходили несколько раз. И слесарь, и техник приходила. А результатов нет. В этот день на прием пришла и Анна Ермакова, учитель английского языка. Преподает она в 7-й школе города Видное. Анна, как и многие другие педагоги, нуждается в улучшении жилищных условий. В Ленинском районе большое количество учителей. Для них является больным вопросом, конечно, жилищный вопрос, так как уже более 10-15 лет они проживают в общежитиях. Подпрограмма «Социальная ипотека» не смогла решить проблему многих учителей. Однако администрация района и управление образования нашли выход из создавшегося положения. Мы анализировали ситуацию с обеспечением наших педагогов жильем. И сейчас уже, можно сказать, абсолютно с большой уверенностью, мы выделили педагогическому сообществу 20 новых квартир в новых домах, в домах-новостройках. И за счет того, что ряд педагогов улучшат свои жилищные условия, у нас высвободится еще жилье за выселением порядка 9 квартир или комнат, соответственно, в общежитии, что позволит нам удержать в первую очередь свои педагогические кадры. Хочу пожелать всем учителям улучшения жилищных условий и решения, скорейшего решения этого вопроса. Как сказала Лидия Николаевна, и пообещали вместе с Дмитрием Владимировичем вместе отпраздновать Новый год в новой квартире. Вы счастливы? Ну, у меня нет слов. Спасибо. Общественная приемная партия «Единая Россия» в Московской области осуществляет свою деятельность в Ленинском районе с 2008 года. Лидия Антонова долгое время занимала должность министра образования правительства Московской области. Сейчас она является представителем от Московской областной думы в Совете Федерации и секретарем партии «Единая Россия». Сегодня у нас вот в открытой приемной партии «Единая Россия» по Московской области приняли участие люди из разных территорий. Но большинство, конечно, из Видного, Ленинский район, но приехали из Люберецкого района, приехали из Реутова. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.